уничтожит Содом и прилегающие к нему города. Авраам начинает молиться, правильно? Он говорит, «Хашофет кола арет ло ясэ мишпат», судящий всю землю, разве он не будет судить справедливо, не сделает суд? Что имеется в виду? Как мы сказали, человек должен стараться найти хорошее. И Авраам говорит, как бы Бог в Бог. Если посмотреть на жителей Содома, так они привыкли к этим извращениям и мучениям и всему, что там было, они уже не так сильно это ощущали. Но человек, который смотрит на это извне, ему это более отвратительно. Правильно? Поэтому говорит, ты на них сейчас смотришь как? А шофет кола арес, ты судишь их как судья всей земли. Ты смотришь на них снаружи, не изнутри. Поэтому если бы смотреть на них изнутри, можно было бы, может быть, их как-то оправдать. Но несмотря на это, мы видим, что Бог судил их и так же, как хотел Авраам, прямо изнутри. И все равно они заслужили уничтожение. Но как бы там ни было, мы видим, что наши праведники всегда стараются найти оправдание и видеть именно хорошее. Амин.